на самом деле заставка. А у меня делает борщ. У тебя мужик делает борщ? Да. Вот, блин, ладно, хорошо. Не-не-не, да долой. Долой гендерные предрассудки, почему бы мужику не делать борщ. Так, а, блин, здесь кнопка карты. Вот. Почему у меня игра тормозит? У тебя игра тормозит? Сильно? Ну, заметно. Погоди, а на туториале не тормозило, нет? А, это все из-за огня. Я понял. Серьезно? Ага. У меня даже почти не тормозит, все нормально вроде бы. А что делать? Ну тут туториал проходил, мешок с углем. Давай, я возьму мешок с углем. Я взял мешок с углем. Я печку давай сейчас мне загружу. Наверное, чтобы не замерзли. У нас, короче, будет вот это предварительное. Или погодите, или не нужно загружать пока. Че он так долго мешок с углем берет, а? Что с аномалией? Ну-ка, слушай меня. Что с аномалией? А, так, курку... А, блин, это ты не мне сбросил. Я могу выкинуть. Я ключи нашел. Так, видите, я вроде сбросил или нет? А, нет, стоп, не сбросил. А как их сбросить? Выброшено, выброшено. Как курку-то сбросить? Выброшено. А, все. Робби, возьми курку. Тумбочки там было еще, нет? Ключи. Надо раскопать заваленную дверь. Ужас какой. Блин, курку кто-нибудь возьмет или нет? Или я их заберу? Да бери. Окей. Что, вы одели женщину. Вы поступили благородно. Уже поздно, уже все, уже курка у меня. У меня, если что, мешок с углем есть. Если что, я раскапываю здесь забаву. Генератор я не загружу, а печку, если что, могу. Так, если кто замерзнет, смотрите за теплом. Я могу печку загрузить. Так, а где карта? Так. Заваленная дверь. Я тогда на верхнюю базу пойду, посмотрю, что там. А что вообще делать? Ну, не знаю, вообще, давайте, наверное, базу исследовать для начала, а потом, может, найдем какие-нибудь аномалии. Серьезно? Который нам пиздов здесь ставит? О, я нашел. Кого-то нашел? Домик. Деревня? Ага. Я провода нашел какие-то. Рубильник, чтобы обесточить. Так, камера дезинфекции. Ты что, дезинфицировали? У меня игра тормозит. Нет. А, я нашел рычаг какой-то. Я нашел инъекцию адреналина. Не знаю зачем, наверное, оживлять. Так. Почему он так долго подбирает ключи к двери? Ну, изломчик он. Подбирает ключи. Так, народ, здесь есть мануал по лечению. Чаще всего поляники страдают от отравлений, и незаменимым являются таблетки с адсорбентом. Это против отравления. А, по лечению. Да, реже случается порезы, но в случае медблока всегда есть бинты, но это понятно. А в случае обморожения и простуды рекомендуется использовать базовую персональную аптечку, компоненты которой специально подобраны для борьбы с этими болезнями. Для крайних случаев на базе есть дозированный адреналин. Вот у меня он есть как раз. Для внутренне-сердечного введения. Если сотрудник находится в коме, адреналин вернет его сознание и даст возможность безопасно доставить в это медицинское учреждение. Здесь, походу, как в этом, как в тылу врага. Умереть нельзя, а пока есть такие большие аптечки. Вот считайте, что это адреналин, есть, наверное, большая аптечка. Так, малая камера. Кусачки нет? У меня есть мешок угля. Кусачки никого нет? Нет. Так, я нашел, не знаю, на яйца похоже, что это. А, это таблетки, я все понял, это блистер с таблетками. Блистер с таблетками широкого спектра действий против отравлений. Очень смахивает реально на блистер с аспирином. Вот. В один фактически. Так. Ага, закрытая лабораторная дверь. А есть у тебя у кого ключи на подбор, нет? У меня есть ключ. Если что, верхняя база, Робби, просто я здесь не могу открыть. Так, путь подтверждается. Кусачки ни у кого нет? Кусачки нет.
Так, у меня бодрость что-то падает. Может, поспать надо, не знаю. А что за кухонная дверь? Так я здесь игра сохраняется. Вау, прикольно. А зачем? Не знаю. Ну. О, здесь есть плита. Прям то, что доктор приписал. Кровать? Мне нужна бодрость. Я хочу поспать. Я тоже не очень бодр. Мы бодры, веселы. А что на доске на стене написано? Там одна кровать? Нам что, втроем на нее ложиться? Это как-то... Ну ладно. В кровати водится. В кровати водится или что? Бабайка. Так, придется спать по очереди, походу. Бабайка, да? Так. Я заказал слесарные столы в мастерские. Их доставлю скорее поставить на склады разных зон, наконец-то. Вот диван. Можно на диван. Найдите мастерскую. Я спать пошел. Нихуя. О, нифига, что это за херня появилась? Не подходи. Кто такой Олаф? Слушай, реально какая-то херня непонятная появилась. Эй, ты куда пошел? А кто меня охранять-то будет? Я не знаю, с кем я там рядом, с геймраном? Это ты кому? Сейчас я досплю, и можешь сам поспать, я не знаю. Посплю, можешь сам поспать. А вообще ложись на другую кровать. Так... Ты бежишь на месте, жопой ко мне. Оу. Это очень странно. На диван иди укладывайся, я сейчас стою, по идее, уже. Вы же противоположных полов. Как бы... Ну нахуй, это что за херня? Что это за говно? Где вы вообще? Дробик, к тебе какая-то тварь бежит. В смысле, ко мне? Ну не знаю, она куда-то наверх полетела. Блядь? Она выкопалась из-под снега и... Так, а куда ты бежал, Геймран? Здесь же еще одна дверь невзломная в этом домике. Да, а кто ключи? Робби, да? Да, у меня есть ключи. Что? Я нашел что-то. Что ты там нашел? Что-то. Мне спать надо. Как поспать? Слышишь? Рядом аномалия. Нужно следить за печами и генераторами. Иди в средний дом на карте. Оно рядом. Вали оттуда нахер. Почему над ним сердечко появляется? Я секрет нашел. Это прекрасно, но тебе, говоришь, поспать надо. Иди в средний дом. Мы там нормально выспались. Там и диван есть, и... Да хуйня рядом. Ящик с углем. Из чего мне два ящика с углем? Так, вы же как бы следите за своими параметрами, если что. Нет! Он меня видит! Я нашел картофель. Могу сварить картошку. Оно меня видит. Куда бежать? Чего? Где оно ходит? Да ёб твою душу налево. Сейчас. Это звучит как-то, знаешь, немножко странно, как мне звонил недавно Константин, говорит, ну я тебя слушаю. Это нормально, что нам не приспел? Может, на концерте будет, Полин забыл внутренний солист, слов точно. Сказал, что он на концерте будет, так что. Меня нет. Ну вот. А покушать-то где? Мне нравится это свечение. Геймран, ты где?
Почему у меня все светится? Отлично. Ты мне позвонил, какой-то стрелянный, да? А, Кимран, тебя жрать нечего? Просто так. Ну, не знаю, какой. А, можешь ждать? Ну, ты уже не завичная, вот. Я в центре. Я сторону вообще, вот, скоро. Я вот тут. Да, но там ебака стоит. Ну, есть такая. Вот. Пускай там, не знаю. Там рядом ебака. Так что учти. Я думаю, ты же не могу убить. Там еще одна ебака появилась. А, ну... Книжный шкаф? Что? Страшно. Какие планы? Я духовки ускоряю, принесу задачу. Еще кое-что. Кто там Питер? Кто это? А, это ты, Ксеракс. Что тебе надо? Что ищешь? А, ясно. О, я нашел что-то. Дальше месяц я Аню пригласил. Шкафчик для одежды, что это? Жрать дайте! Ну, вообще там прошли неделю. Я сникерс нашел. Я нашел сникерс. Ну, он очень спробовал, да, я так понимаю, будет сказать. Да, там еще приехал. Надо все 29-е. Почему вокруг меня ебаки? Ну, я не знаю, если она вообще поедет, потому что 9-го мы точно не вернемся. Это кто? Блять, я сломал точку. Кимран, жрать нету? Если будут такие дети. Не знаю, просто, блин, на парад ходить буду нафиг. Потому что я туда походил несколько бильярд. Ну, давай бильярд поиграть. Ну, слушай, ну, видно будет, я что-то могу сказать. Я слишком, чтобы заранее. Никаких привязок нету и... А что с этими ебаками делать? Ну, конфета такое себе. Ну, я идею понял, если что... Закрой кого! Так что давай... Чё-то... ориентироваться. Ну, куда сейчас идём? Чё завтра? Завтра мы на команду приезжаем. А вообще, она сказала, что мы туда мешку ещё будет появиться. Ближе к вечеру. Так, медпункт. А тут что? Медпункт. Я думаю, ну пораньше будет. Ага. Тут, наверное, ну я попробую что-то добежать. Инструментальный ящик что-то? Угу. Нет, я понял, хорошо, спасибо, что сказал. Что ящик? Мне надо инструмент. А, стерилизующий порошок. Не надо, пожалуйста. Ты прям как мама, блин. Вот пока не скажешь три раза. Он не успокоится. Я услышал, я поскинул. Спасибо. Не надо еще раз ее повторять. О, аптечка. Я аптечку нашел. Блять, что это? Ничего. Как я говорю, я думал, мы никак не пускай. Нет, это лон был. А-а-а! Ну, типа, ну, не получится. Ага, вот оно что. Короче, Кимран, это хуйня, что летает. Извините. Если на нее посветить, она исчезает. Ну, еда, то у меня не умеешь ее вести куда-нибудь. Ты знал об этом? Ну,
теперь знаешь, и она может остудить печки. Так что учти. А, окей. Ну, в принципе, она и как бы мне самому что-то договаривает. Топор. Ну, не знаю, она там сказала, что типа, у них будет собеседование было. Сегодня. Я не знаю, что делать. Я думаю, у нее как бы насыщенная пока. Ты сейчас собрал, да? Пока никак не скачаю, но просто ей вместе не поработал. К сожалению. Пока что все ключи. Мясо выглядится. В ящиках пошарюсь. О, изолента. Я не знаю, как еще внутри. А, точильника. Кусачки. Порез, что? Ну а как еще? Я не знаю, как умеет. Я порезался. Ну, блин, я очень тупой в этом плане. Кого жрать есть? А где можно найти? Я стараюсь. Блин, слушай, ну а как если она банально не идет на концерт? Потому что у меня заканчивается. Вылавливать ее метро ждать? Да? Да я не только говорю, вот это идет с фильмом тоже. Хочешь там, не хочешь. Напомню, конечно. А почему у тебя так мало жизни? Ну, я вообще приглашал на Леди Бёрд. А, просто на Леди Бёрд. Я провода взял, а зачем? Да. Не знаешь? Вообще ничего не было. Еще раз надо первый процесс ходить. Будет, конечно. Так ставить. Ну, может, ты докатываешься там? Что-то. Я бы еще срать. Сука, давай искать срать. Ну я не знаю, как слушай, блин, я тебе все время говорил, я очень тут заебал. Я вообще не умею людей категорически. Скажешь, что ты текст? А, серьезно, что ли? Правда, я даже я урон получил. А тут что? А, туда не пройти. Ладненько, я подумал. Блин, ну как-то... Опять же, я говорю, я слишком редко вижу, поэтому сложно как-то физически взаимодействовать с человеком, который не слышит и не отходит твои... руки, ноги. Вообще, все физически взаимодействовать. Ну вообще, как бы... Тут сейчас погодка будет получше, я надеюсь. Просто будет отопительный сезон стоит. Что сделал? Мне вполне понравилось. Так что нет, тут какие-то задания есть. Еще бы только возможности произойти. Ау. Что тебе? Ну блин, не дебил, не елки. Да ладно, ну блин, ну слушай, я говорю, я очень непроницателен местами. Вопрос вообще как берусь.
стараюсь, не знаю, как. Мысли? Где заперто? Ты где? Ага, вот, вот еще. А, вот для чего провода надо. Я пеку туда. Здесь я не умру. А я тоже. Ну не в духе Лоладека, когда я знаю, не опять. Вот для чего провода надо. Они только такое могут посоветовать. А мы-то крутимся. А вот Игорь, оно к вам пойдет ночевать. Ну да, ну да. Знаю. Ну, нет, серьезно. Не холод. Ты меня сейчас очень сильно смутил. Да, провода сюда надо. Я трусики не выбирал, у меня как... В смысле, конечно, очень круто. Да, перегидоски пригодятся. Да, шучу. Ну, я, нет, я не знаю, честно говоря. Мне немножко паника. Что за хуйню пиздит? Хорошо. Вот поэтому я и взял бутылку. Так, все, двери открыты. Слушай, это Сталкер. Мы, по идее, как раз убили, а Сталкер вроде не похож. Опять же, я Андрей уточню. Я ушел в бездну. Если не ошибаюсь, Сталкер, я книгу. Камера номер, да? То есть другой номер. То есть другой номер. Так, так, так. Не будешь жрать. Пожрать и спать. Причем быстро. Так, твоя искать еду. Я притащу с собой пачку камень костей. Я там. Блять, учиты нет. Холодильник! Холодильник! Кибран! Чтобы точно уже все было подготовлено, чтобы было, ну, все, здесь. Сгнившая это, блять. Что поделать? Только сгнившую еду нашел. Ну, пикантная будет одна поехать. Сигареты, ну это такое. Безумные сутрины жалуются на хуйню. Неважно. Так, генераторная. Сломать. Не поспать. Еда не нашлась, да? Блять, я отрави... Я отравился. Катая, чем я отравился? Слушай, ну, опять же, есть тайны, которые уже... Изолент. Спать! Я бы, может, танцевать бы не заказал, но я замкат не заказал. Блять, повезло тебе. Тебя таблеток нет?
Я отравился. Вполне может быть без вариантов. У меня мало жизни. Давай встретиться где-то. Если бы я не был в Вене, я бы не был. И если бы, конечно, так лучше бы умирать, то не в Вене, если бы он не был. Как раз охраниться. Зачем? Отмычка. Нет, это не то, что... Свети, свети на него, свети на него. Если фонарик не светил, он боится тебя. Ну, речь была о том, что она что-то 5-6 боится. Ты мне нравишься. 6. Их нет. Ну, короче. Давай, иди быстрее! Там видно что-то. Я не успел. Как мне воскресить? Как это работает? Ну, ты мне сейчас положила. На сердце болит. Не знаю, это звучит. А что ты делаешь? Эй, в общем, ты не знаешь, как это. Я жив! Мне бы покушать. Ну уж как получится, я очень умный. Хорошо вам, хорошо, я понял. Ну здрасте, ну что тут начинается? Что за шантаж? Не-не. Лучше приготовить. Плита есть? Не-не, позабил. А в смысле уже? Не, плита, плита, плита. Плита, варить, варить. Я этот вопрос уже задавал, да, наверное, задам еще раз. Ага, ясно. Не... А тебе плита? Нет, а даже так? От истощения это плохо. Нет. Это не аномалия настигла. Ну, нет, ну, как бы, я остываю. Нас за тобой покрылось. Вдруг он слишком много пестит. Ну, блин, слушай, я не знаю. Ты жив? Я жив. Я бы тоже пошел. Я даже сообщение не буду. Не хотел. Наверное, уже нет. Я просто в свое время это очень долго хотел, когда девушка. Я так. Вис. Куртка! Я куртку нашел. Я пилу нашел. Пиши, иди. Топор. Да, ну, слушай, не видел.
мы вечером проводили, посмеялись, мы уже проверили не так. Ночью. Более соответствующим. Ну, мне так так. Ну, мне это видится так. Жизнь как восстанавливается? Ладно, слушай, я пойду, у меня бумага ждёт. Ну, ну всё. Давай, ну всё. Спасибо. Спасибо. До завтра. Ну, такое, конечно, было. Панта заебал. Дико пардон, меня тут прям очень отвлекли. Я умер уже, да? А я так и думал. В смысле, почти. По идее, но... Я не уверен, что здесь можно лутать трупы. Но на моем трупе должна быть порция адреналина. В смысле, не должна быть, она есть. Жрачка у тебя есть? У меня есть адреналин. У меня такое ощущение... Я уже сыт, всё. У меня была картошка, но у меня такое ощущение, что вы ее забрали, я не знаю. Забрали картошку? У меня ее сейчас нету, может быть она... А, тебе Кимра... Ты за другом пошел, да? У меня лежит 4 мешка угля у психолога. 2 блистера таблеток от отравления. И инъекция адреналина. Короче, рассказывайте, что здесь было, я все пропустил, интересно, я так понимаю. Мы победили. Победили кого? Всех. Всех? Значит, надо было просто оторвать кабель и присоединить к двери. И все. Угу. А мы крутились как дебилы. Так. У меня нет. Тащи меня в дом сначала, где тепло. А я думаю, там мне нужно, можно сделать инъекцию адреналина, наверное. Есть гнилые доски. Гнилые доски. Я думаю, ты вколешь мне адреналин, и мне чуть-чуть будет сытости и чуть-чуть всех остальных параметров. Вот. Тепло, бодрость, стерн. Почему мне тепло? Я вообще, блин, как был в дому, когда я выходил. Как я оказался на улице? Мы победили. Охуенно, блядь. Как я оказался на улице, мы победили. Вот, это уже отвечает на мой вопрос. Хорошо. Не, ну согласись, Робби, это звучит странно. Как мы оказались, как я оказался на улице, мы победили. Ну, мы прошли, мы пошли на другую карту. Так лучше. Ну, да, это звучит лучше. Чё ты мне, когда я не помню, куда ты несёшь, на кровать, что ли? А там можно? Оу! О-ля-ля! А дракон сопротивляться не будешь, что ли? Охуенно, ты меня на кровать принёс, скинул посреди комнаты. Так, тепло. Мне теперь бодрость нужна. Слушай, а мне сутость не такая плохая. Вам жрачку надо? Так. У меня есть суп быстрого приготовления. Я пока лягу поспать, ребят. Дайте нахуй. Работайте. Так, что мне? Знаток, что впервые классику, чтобы снять безумие, нужно выспаться. Так, мне нужно выспаться. Так, ко мне какая-то тварь бежит. Нормально. Так должно быть. Да? А они не укусят меня, нет? Кстати, эти... Смотри! Глазастые... Не, глазастые боятся света. Если на них светить фонариком, они сёпаются. Я не понимаю, что за что-то за эффект? Знаток Шекспира, этот невыносимый голод, дальнозоркость. Что? Дальнозоркость... Могу догадаться, что за знаток Шекспира? Что она делает? Читать умеешь. Серьезно, что ли? Вау, я психолог дипломированный, я умею читать. Вот это достижение. Я хуй знаю. Кстати, как здесь здоровье восполняется? Или непонятно? Аптечка. Так, у меня есть что жрать? Надо кому-то жрать. Хорошо, я бегу к тебе. Чтобы снять безумие, нужно выспаться. А я что сделал, блин? А что это за тварь снаружи? Что они делают? Я
Они... Один охлаждает тебя очень сильно, второй жрет... Что он жрет? Жрет топливо. Топливо? То есть он может сожить уголь в моем инвентаре? Ага. Серьезно? Нет, с печкой, с печкой. По описанию так было написано. Что ты нашел? С чем ты этот дотронулся до этого? Кимран. С чем ты до этого дотронулся? Это смешно. Вы читали, да, эту штуку? Безумные сотрудники жалуются на невероятные разнообразные перечни симптомов. Нам не приходилось раньше с таким сталкиваться. Работник с Кимран, пункта... я тебе... А как кинуть предмет? В инвентарь зайди и принеси его. Так вот, работник пункта связи номер 4 Джонсон, пребывая в состоянии безумия, съел консервную банку. В общем, а, там шрачка. Блин, сюда тварь залетела, ёб ты душу налево. Как? Стоп, нет, нет. Кстати. Только не сейчас, только не сейчас. Тебе уголь, спасать? Уголь. Беги, беги, ёб твою мать. А здесь что? Здесь некуда бежать. Фак. Нет, здесь печка закончилась. Блять, твою душу налево, а? Устройство какое-то, что... Вы читаете эти записки? А ты можешь мой труп полутать? Что надо? Дерево? Будь здоров. Спасибо. Откачай меня. Откачай, и я закину уголь. А да? Для чего дерево надо? Ебака зашла внутрь. Блять, у меня мешок угля. Если... Да, я думаю, если меня сейчас оживить... А, ты можешь затопить печь, да? Угу. Отлично. Мне бы жрать сейчас. Да мне тоже жрать бы, как бы. Кто там так лежит? Наверное, потому что холодно. А я могу. А нет, я не могу. Печь не можешь. Ты печь затопил? Я затапливаю. Печь не затапливается? Печь не затапливается. Написано горит. Горит, горит печка. Давай, откачивай меня. Как? Там символ можно просто на дыхание ставить. Ну, в смысле. Ну, ты понял. Да, я понял. Но знаете, какой рецепт? Если хочешь есть, что нужно сделать? Поесть. Если еды нет. Я думаю, я сейчас высплюсь, и все будет хорошо, наверное. Или нет, не знаю. Я думаю, что нет. И я тоже так думаю. Блин, это, блин, сообщение пропустил, которое снизу справа было, что там писал. Я не знаю. Я иду копать. Копать могилу. Что-то у Геймрана совсем, смотрю, печально с этим. Копай могилу. Со здоровьем. Мне тоже плохо со здоровьем. Мне бы пожрать. Так, ребята, на этой карте... На этой карте... Где найти бинты? Начнем с этого. Блин, на этой карте не было, я не знаю, чего уже открыли, чего нет. Там написано. Все открыли, что ли? О, если тварь боится тепла, значит, ее можно заменить дома, потом согреть, и она сдохнет. Отлично. Так, вон там есть одна, один дом, закрытый дверью. У кого отмычки? Нет. Че, там нашел еду? Нет, кофе. А это типа не еда? Почти.
чуть-чуть восстанавливает, но... О, лопата. Кому надо лопату? А только одна лопата. Да, блядь! Да, сука, топишь ты, ёб твою мать! Да топлю, ну блин, она улетает, смотри. Охуеть, блядь, а как я резко затоплю, если, блядь, она топит, его хуй знает сколько. А, блядь, заебись, блядь, затопил печку и упал, блин, у печки. Хорошо, что хоть не еблом, блядь, в эту печку, ну. Кто тебе ставит? Так, что-то я нет. Ладно, по крайней мере, печку затопил. Так, лучше. Граться. Лучше, ты не такая для голдинга. Да, я тут для исследования. Какая? А печка? Нет. Ты порезался, что ли, или что? Я нет. Инструменты. Инструменты наши. Блин, чего у нее здоровье-то отнимается? То, что сытости нет. Наверное. Да вроде нет. А, простуда у меня. Ну. Простуда, аптечка нужна, но у меня ее нет. Мне тоже нет. Я иду сломалась. Доска наша. Что-то синит. Блин. Че, кто здесь окна открыл там на полярной базе на этой? Может, они так и были. Да. Что-то мне это напоминает. Че там? Отмычка сломалась. Лайк, Имран, опять жратву. Там комнату исследую. Я, у меня доски есть, могу печку затопить. Да, можно? Это не критично. Тут холод не самый опасный. Кстати, да, здесь, как ни странно, это очень удивительно. В игре про полярную станцию холод не самый опасный. Запертый инструментальный ящик. Нечем открывать. Лом есть у кого? У меня есть ключи. Костюм химической защиты нихуя себе. Я сейчас умру. Так у меня уже есть легкая куртка. И тут еще? У тебя есть что-нибудь? А у тебя что есть? Ящик. Я не могу тебя поднять. Я не могу поднять. Ну, поднимай. Быстрее. Короче, пока я болтал по телефону, я просрал всю экспедицию, походу. Угу. Угу. И пизда. Да? Не, у меня нормально все. Я умер. Мешается, да, все, походу слили катку. Простите, это все моя вина. А где мы начнем? А не знаю. Слушай, я так понимаю, здесь карты генерируются
через посредством этого процедурной генерации. И, в принципе, наверное, оно как рогалик. То есть нужно 5 зон пройти каждый раз. И, типа, если там берешь, то с первого, наверное, начинать надо. Так, Роберт, где помер, я не вижу на карте. Там где-то. Точки закончились. Включились. Это только отмычки надо. Да? Угу. Вы что-то не обыскали или... Что за вами двигается? Шлейф? Какой? Хер его знает. Как раз охраняется. Спайки, Мран. Покажи класс. Ну, блин, мне кажется, после какого третьего уже непрямого массажа сердца у меня должны были ребра быть сломаны. Давайте теперь меня спасайте. Так, где-то есть. Нажми на меня. А, все вижу. Сейчас. Приду к тебе. Проебись. Так, она бежит или нет, я вообще не пойму. Будет бежать только на улице. Ну что, помещение холодно, что ли? Печка же горит. Не, печка горит. Все, побежал. У меня еще этот, по идее, адреналин есть. Сейчас я вколю, блин, дозу. Ну давай. Помнишь, как в этом, в бульварном чтиве? Угу. Что-нибудь, блохерить. У меня лопата сломалась. Так что, готовь свое сердце. Блять. Для шприца. Это... Я свечусь. Ну? Сюрприз, мазафака. Ау. Это было больно. Как? Ты умер? Не выдержал, да? Так, я попробую тебе... Я попробую тебя откачать... Рядом аномалия. Ёб твою душу налево, блин. А я почему-то не могу выбрать твое бездыханное тело. Да? Свети на... Погоди. А, тут какая-то тварь была, ёпт. Я мимо неё пробежал. Господи, дракон. Да я чё, я смотрю, Гемерану нам нужно помочь. Мне кто поможет. Ёб твою душу! Блядь! Блять! Нет! Нет! Куда она убежала? Блять. Ну, короче, оба там упали. Я упал на геймрана, как романтично. И на какую часть геймрана? Стреляй в меня, стреляй. Есть чем? Ломиком ее по башке. Нету. А, на нее фонариком светить. Блять, что же вы мне не сказали, ебаный хрась? Я 300 раз сказал. Окей, хорошо. Я не знаю, может быть, ты сказал, пока меня не было, или я, в общем, сломанная дверь. Она, наверное, пропускает в этот тепло, да? Наверное. Ну? Как мне тебя лечить? Смотри, там пустой ящик. Может быть, его надо сломать? Нахуя? Ну, вообще, как бы доски. Ну, если пила есть у кого. В туториале было пипилище ящик, видишь? Сейчас нахуя? Ну, блин, походу, пока помещение не отапливаемое, ты не можешь оживить, мне кажется. Ну, пока холодно. Апать.
Ну, я говорю, помещение пока, наверное, не отапливаемое, ты оживить не можешь. Потому что ты меня оживлял в отапливаемом помещении. В доме, который не отапливался. А, нет. Ты же меня наверх тащил, где печка работала. Да, но сам дом был отапливаем. Здесь же, типа, печка на весь дом распространится. Да, по-моему, ладно. По-моему, мне кажется, все-таки горела печка. Ладно, ну, посмотрим. Есть. Узнаем. А тебе есть, да? А я не уверен, слушай, возможно, сломанная дверь сейчас не позволит. Хотя хреново. Вот написано, блядь, заманите тварь, а потом резко сделайте дома теплее. О, блядь, эти ебаные доски туда кладет полминуты, блин. Как там резко теплее сделать, я не знаю. Я не могу себя поджечь, что ли? Да потому что дом нихуя не отапливается, я тебе говорил. Ты доски проебал, поздравляю. Теперь мы все умрем. Точно? Слушай, завхоз, ты, блин, завхоз, почини дверь. А как понимаешь, ну? Это когда эльфику трахнули монстры, она лежит вся обконченная, и типа, все, конец хентая, что ли? Что, блядь? Что, блядь? Это стандартный конец хентая. Ты запускаешь, типа, такой... Ну, знаешь, как обычно, сюжет из чего состоит? Из... завязки, кульминация, развязки, да? Uh-huh. Стандартная фишка. Ну, то есть, допустим, условный, да, сюжет такой фэнтезийный. Было мирное королевство с эльфами, а потом, короче, эльфам пизды ставили люди, их, короче, захватили, держали в тюрьме, а потом эльфы вырвались, навернули пизды людям, типа, отлично, как весь сюжет, да? Вот. Как выглядит хентай с эльфами? Выглядит он следующим образом. У нас было королевство с эльфами, его захватили люди, кинули эльфы в тюрьму, всех баб выебали, и все. На этом кончается, в общем-то, и все. Я когда первый раз увидел, я такой... А как бы, а дальше? Это, типа, все, что ли? Мне реально просто большая фрустрация была на эту тему. Все, мы, кажется, победили. Поздравляю. Умер. У меня дальтонизм в конце. Ха-ха, едать, слушай. Я дальтоником стал. Да? Ты черно-белый, что ли? Ага. Не, у меня будет нормально. Единственное, что у меня почему-то по сегментам разбивается северное сияние, как-то коряво это выглядит. Так. Это так должно быть. Что значит так должно быть? Это какое-то неправильное северное сияние. Давайте еще раз. Это аномалия. Давай. Дракон, это аномалия. А то я полпартии пропустил. О, негр открылся. Открыл свое чрево, так сказать. Так. А, слушай, я тебя кинул, я просто в прошлый раз не прилетел. Меня никто не открыл. О, негр открылся. А что негр? Негр, сейчас скажу. А почему негр-инженер? Слушай, у него очень прямо нигерское имя, Каспер Джексон. Мне кажется, вот очень подходящее для негра. Меня выкинуло. Да? Ну-ка, еще раз. Так, еще раз, дубль 2. Я тебе второй инвайт кинул. Человека, который... А, это я к геймрану присоединился. Слушай, не часто можно встретить человека, который умен и силен одновременно. Еще бы написали Каспер, не один из таких. Был бы смешнее. А почему он негр-инженер? Поэтому он стал инженером. Я не знаю почему. А кем он еще быть? Угонщиком, что ли? А грузчиком. Слушай, ну звучит вообще прекрасно. С собой у него всегда есть несколько инструментов, и он не упускает шанса их применить. Мой большой черный инструмент. Я сейчас и покажу свой дорогой свой инструмент. Как в «Короле шута» была песенка такая. Я и сейчас покажу свои инструменты. А, я понял, в чем минус бабы. У нее нихуя в инвентаре нету. Хотя, слушай, у меня вот тоже этого, нихуя. Джеймса Набранса тоже нихуя нет. У негра дохуя в инвентаре. Лопата, блядь, совковая. И что, это грабли, что ли, или бритвы? А, молоток. Молоток. Потолок, незнакомый потолок. А, сломанный объект на базе. Угу. А, ну, слушай, это, наверное, дверь можно отремонтировать, мне кажется, как раз вот в том случае.
Заметь, негр раз, лысый два, поэтому у него слабая морозоустойчивость, вот. Ему ну да. Очень это логично, я считаю. И это логично. Кстати, есть такая песня у группы «Сатана. Печать длины». Вот, «Логичный лесник» называется. Я лесник, я живу в лесу, и это логично. Ну, давайте, ну, начинайте так уже. А, Роберт, я взял чувака. А почему ты его решил взять, кстати говоря? А он не мерзнет. Не мерзнет? Да вот хрен знает. Мне кажется... Блин, вот этого чувака что, канистра с бензином и все, что ли? Угу. Ну, слушай, завхоз. Ладно, короче, как говорится, баба на полярной станции быть беде. Поэтому я возьму чувака в шапке. Да вообще, блин, нахуй... Вот... Что от того, что нам секут? А знаешь, что? Мне нравится... Погоди. Сейчас. У бабы, смотри, описание какое. И ее подготовка позволяет ей не погружаться в состояние стресса в критических ситуациях. Кроме того, она любит находиться в хорошей физической форме, очень сдержанная в еде, а подолгу может не испытывать чувство голода. Ребят, запомнили? Вот прям качество настоящего психолога. Типа... Это, короче, не человек, который может с другими найти какой-то общий язык, да, и скажем, ну, улучшить настроение группы или что-нибудь в этом роде, да, как-то подбодрить ее, а человек, который находится в хорошей физической форме, очень сдержан в еде и подолгу может не испытывать чувство голода, а также не погружается в само состояние стресса. Мне кажется, или психолог не это такими качествами должен обладать. Ладно, Роберт, ты нажми, готов-то. Да, да, у нее параметры достаточно высокие. Мультик вас сосет. Не надо, не... Слушай, я в следующий раз специально ее выберу опять. Я докажу, что мультикласс не сосет. Да, конечно. Да. Есть такое. Да, потому что я половину партии проебал, естественно, она не особо себе показывала. Знаешь, все равно, что... Вот, если бы ты ее не взял, ты бы не проебал. Считайте, что это был приступ эпилепсии. То есть она такая идет, и внезапно она, короче, снег упала, и типа начала дрыгаться, и все, короче. Ее на несколько часов отрубило. Вот. Так и было. Видите, у меня, короче, отмазка нашлась. Ужас. Так, да, блин. Перк взял себе. Был такой прекрасный фильм, конечно, «Неисправимый лжец», если не ошибаюсь. Вроде бы замечательная советская комедия, типа, знаешь, как он приходит на работу, типа, так, ну что на этот раз, почему опоздал? Он такой, помогал бабушку перевести через дорогу. Я такой, вот ты, блин, пиздобол-то, да? А потом, знаешь, показывает, типа, он там как бы реально утром вышел, вот, а тут внезапно, короче, бабушка идет, и он такой, ну, как бы надо перевести через другой раз, типа, а почему ты потом не пришел? Он такой, да вот, там был, короче, кабель не огорожен, вот, там дети играли, я за ними следил, чтобы они, короче, не подходили к кабелю, чтобы их током не било. Я такой, ух ты, блин, и врун! А он реально, знаешь, реально за этими детьми следил. В общем, все так и было. Он такой грустно вздыхает. То есть прям жизненно очень. Я нашел уголь. Уголь. Так, я пошел в дом, который не закрыт, потому что у меня нету мычек. Вот в этот верхний пошел. Мычек. Почему только я отмычками пользовался? Да я, блин, не знаю, у меня нету их. Нету. Ты их нашел, наверное, поэтому ты не пользовался. Они одноразовые. Ребят, здесь не поверите, что. Здесь, короче, комната со стульями и простыней, да, ну хорошо, типа с проектором. А сбоку, знаете что, стоит доска с треугольником, кием и шариками. Но, блядь, бильярдного стола нету. Нахуй он здесь, блин. А вдруг притащит? Блин, вот кто-то уже ключ нашел. Опять, что ли, ты Робби нашел? Угу. Ну просто, как бы, набор для игры в бильярд на полярной станции уже, да, странно, и при этом... В смысле? Старые таблетки, они просрочены, но еще могут... А чем заниматься зимой? Блять, ну, понимаешь, набор для игры в бильярд без бильярдного стола. Без бильярдного стола, да. Можно.
Я не понимаю. Не успели привезти. Что за богатый рацион? Да пока не увидел, слушай, но это все равно нелогично. Богатый рацион, ну, наверное, это еда. Ой, я нашел сигарет. Ачивка, ачивка, богатый рацион. А, кстати, не уверен, как там насчет остальных ачивок. Кстати, я прочитал, зачем нужны сигареты. О, и бинты нашел. Охренеть. Таблетки просроченные, бинты рваные. Куда я попал? Я бинты нашел. Я бинты нашел нормальные. Круто, я попал на тебе. О, шкаф. Да блин, ну открой. Тебя. О, я нашел конфеты. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И топор, и топор. Охуенно. Конфеты и топор. Все, что нужно человеку. Ага, здесь уже работающий генератор и печка работающая. О, я нашел печку работающую. Можно вопрос? Я нашел то, что спасет наши жизни. Я нашел моток изоленты. Можно вопрос? Да. Кто зимой оставляет открытыми окна? Чуть нельзя, можно. Кстати, да, меня тоже задался этим вопросом. У меня есть как бы теория. Возможно, они смывались от монстров через окно. Типа, окно открыл и быстро через окно вылез. Но меня смущает то, что мы не можем так же делать. Это как-то странно. И, может быть, их глюки, короче, стебали. Типа, а, здесь, блядь, очень жарко, блядь, сейчас мы умрем, и надо открыть окно. А. Ну, вот это вон. Единственное объяснение, которое у меня есть. А. Тебе есть-то, можешь доски принести? А где? А... Тут окно надо заколотить. Оно сломалось. Сейчас. У меня досок нет, но у меня топор есть. И тут есть станок для делания взрывчатки. А, вот в этой. Смотри, видишь, в каком доме я сейчас нахожусь? Нет. Здесь есть одна. Точно нет. Ты негр? Нет, я чувак в шапке. А ты где? А ты, да. Ты сейчас с кем играешь, негр? А, нет, ты сейчас играешь. Погоди. Я негром, да? Я не знаю, кем ты играешь сейчас, Робби. Нормальным человеком. Понятно. Где доски? Где Антон доски? Павлович. Тебе доски есть? Я могу починить. Нет тут досок. А есть ящик, который порубить можно, нет? Ящик. Да, уже не важно. В общем, вон, там, видишь, где я был. Снизу дверь. Да я здесь все уже нашел, короче. Да. Смотри, там где я был, там можно взрывчатку делать. А из чего? Из мешка. У меня есть только топор, конфеты, старые бинты и просроченные таблетки. Там рядом описание, что можно, из чего оно делать. Ну, ты хочешь сказать, блин, ладно, хорошо, пойду прочитаю. А, здесь два закрытых, два сломанных окна. Погоди, где пистолет-то? А внутри здания. Добегу в здание. А, картотека, все вижу. Куртки, кстати, никто не нашел? Блин, может, такую куртку лишнее? Одну? Белый порошок, сыпучий порошок, синий порошок. Охуеть, если добавлять в неверном порядке, круто. Может ёбнуть. Так, что у меня есть вообще? Я спать. А, я думал, ты типа, уже выходишь. Нет, я не это. Так, а какие мы дома еще не исследовали? Есть дома.
О, я вот отлично, я ящик нашел, пошел рубить. Кимеран же негр, он может все чинить. Правда, это не очень логично, но... Ты думаешь, негры не могут чинить? Ты расист? Да. Я, ребята, не очень понимаю. Смотрите, можно взять и порубить ящик, да? Но полку нет. Но при этом лежит куча табуреток сломанных, и их нельзя затопить. И да. Они, блядь, из чего сделаны? Табуретки пластмассовые. Железные табуретки. У меня одна доска есть. Блядь, даже на окно не смогу починить эту доску. Скамейки тоже нельзя порубить, хотя они тоже бесполезны. Распили пополам в дуалью доску и... Понял. Ой, логика. Так, может, я еще что-то смогу пробить? Так, вот здесь доски кто-то не собрал. Мешки не полутал, по-моему. Нам надо кабель найти, да? Короче, я нашел свое призвание, я буду рубить ящики. А я там отмыкать двери. Отмыкальщик-то наш. Пистолет на стенде. Нашел пистолет! Я могу вас пристрелить всех нахер. Короче, если вас заразит гадина, я вас могу пристрелить. Меня сможешь пристрелить? Да. Ну, спасибо. Я нашел корпус Леопольда. Так, у меня с бодростью хреново, я пошел спать, народ. Есть кровать была. Я нашел лом. Кровать где была? Там на карте посмотришь. А, все вижу, есть. А, так, на карте-то я вижу, а где кровать не вижу. А, все нашел, вот она. Лом, говоришь, нашел, да? Угу. Хорошо. Ну, лом это такое, он ломает двери нахрен. Знаешь. Здесь, походу, они не лутанный шкаф, что ли? А, все понял. Хотя, какая разница, ломает дверь. Ну, лом можно, ну, в принципе, если дверью нет отмычек, то... Особенно, смотри, если дверь внутри находится, то ее можно вообще ломать, ну, просто... А хочется, внутри что-то. Они редко с этим сам. Ну, бывает все же. Так, здесь то ли другие твари, то ли я не пойму, пока не видел этих, которые... Я нашел патроны для пистолета. Так, у кого там кровь? Я могу... Я порезался. Я могу... слушай, иди там, где я сплю, я тебе бинты отдам повсрочно. Угу. Я нашел доски. Почему я думаю всегда, что дракон это негр? Не, я чувак в шапке. Я не знаю, почему ты думаешь, что я негр. Я не черный, не правда. Я белый человек. Осторожно, там твари, короче, это... У меня фонарик есть. Который жрет всех. Ну да. У меня фонарик. Кстати, я не пойму, здесь фонарики механические, что ли? Почему у них батарейки не кончаются? А у них там эти магниты, магнитики стоят. Так, у меня конфеты есть. Хорошо. Мне пожрать. У меня конфеты есть, если что. Могу тебе дать. Это так. Ты мне это конфеты даешь, да? У меня есть еще одна. Так, погоди, ты порезался, да? Да. На, держи бинт. Видишь? Спасибо. Сейчас я тебе одну конфету оставлю, у меня еще есть. Ты жадина. Да у меня, блин, самого голод вообще пиздец. А ты думаешь, у меня лучше? Ну, не знаю. На, держи конфету. Ты уверен? Юра, ну что у тебя там с едой? Как нам съебаться? Блять, нам надо взрывчатку сделать. А для этого порошки нужны. Ты кто-нибудь порошок вообще видел какой-нибудь? Я нашел корпус. Да съебись от меня.
Я могу пристрелить ее. Да блин, стреляй. У меня здесь красавис... Зависла. Тут меня тварь ждет. Игра зависла. Вообще, что ли? Нет, отпусти. Тут проклятая желтая тварь, блин, я не знаю, что с ней делать. Как ее убить вообще? Кто-нибудь порошки находил? В принципе. С рецепта. Подождите. Картотека. О, я, кажется, нашел, что еще не полутано. Сейчас я думаю, сверху проверю. Красная спутка, для которой взять, просить бать белый, для того, чтобы построить свой... Использовать красный сыпучий порошок. А, ты уже делаешь. Ну, делаю. Да. Да. Ты рандомно, что ли, туда кидаешь компоненты? Почитай. Еще одни просроченные таблетки нашел. Можно медицинскую станцию обеспечить, но вон нужен стерилизующий порошок. Есть у кого стерилизующий порошок? Нет, или все похер уже? Нет. Давай подрывай дверь. Дай мне бомбу. Да ты не покреешься там. Окно разбито. Кемеран, окно разбито. Это ты не как окно разбито. Я же говорю, окно разбито, нет, ты ложишь туда. Я он тебе три раза повторил. Молодец. Слушай, а можно у горячего вертолета погреться, нет? Иди. То есть, так, не уходи, я сейчас приду к тебе, и ты меня накормишь. У тебя есть компоненты для готовки? Может, что-нибудь приготовить? Есть смысл? Да? А, ну, если есть лишняя еда, буду признателен. Мне показалось, не готовый суп, а гороховый суп. Я такой, ха-ха-ха. Я, наверное, если буду бздеть. Так, ну, слышишь, ты две банки кинул, да, я смотрю? Да. Могу одну отвернуть. Тебе нужна вторая? Окей, так. Ну, пока Руби все будет взрывать, я буду спать. Угу. Может, я еще немножко поспать. Там диван еще где-то есть, я видел. Ты уверен, что не достанет? Я-то думал, блин. Так, всем надо выходить, да? Или только одному тебе? О, типа телочка, не хочешь трахнуться со мной за банку с гороховым супом? Картинка такая вот. Она такая, блять, я тебе сейчас отнудухаю фонариком и сама заберу этот гороховый суп. Ну, у него, знаешь, еще такое реально ехидное лицо, типа, ха-ха, смотри. Так, я сейчас. Смотрю, смотри, у кого гороховый суп. Догадайся, у кого сегодня будет хуй во рту.
Да, что-то меня заносит с шуточками такими. Это вообще... Грана, я не знаю, у него были такие шуточки. Это все интернет меня испортил. Я был невинным. Любви. Хуй во рту любви. Геймран, у тебя превратные понятия как бы об этом чувстве. Написано, товарищ Робби подключается. Робби, ты здесь? Робби? Так, Геймран, ты можешь ходить, нет? Вылетело. Так. А я, блин, не могу тебя пригласить. Странно это все. Что-то у меня вообще ничего не работает. Ну, в смысле, как... Карта работает, но... А, я вообще не могу ходить тоже. Странно. Геймран, ты меня слышишь? Я думал, быть интернет включили. Может, я заплатить забыл? Да хрен его, слушай, мне может там по дням, я не помню точно как. Так, не, вещи начал подбирать, странно. Но как бы одному это не камильфо играть, что за фигня. Я могу тебя пригласить на трансляцию, но, блин, к игре присоединить почему-то нет. Нормально. Потыкал в чужеродный объект, он, блядь, взорвался, тепло закончилось. Охуенно просто.